нам. До Маратской. Камыш. Наверное. Кравцов. Сработал задатчик. Вас понял, у нас свободка есть. Козлов. Какой Синю. Алло, это беспокоит вас 11-й общежитие, проспект Дзержинского, 87. У нас пожар. Сработка на 9-м этаже, 930-932 комнате. Фамилия моя мостовая. Держи. Второй не будет? Обязательно снять. То есть снимаю там две будут пломбы, пломбы две снимаю, одеваю сюда, чтобы плотно прилегало. И потом вот здесь у меня в капюшоне есть такие красные штуки. За эти красные штуки мы зажимаем, и оно плотно прилегает. Все, идем, спокойно дышим, а когда все заканчивается,
Там можно ослабить, вот даже написано, ослабить вот как ремни. Ослабляю ремни, снимаю все. Но то, конечно, когда можно вышли из опасной зоны. На улице, допустим, где можно спокойно бежать. Победил! Делаем. Уже потушить надо. Все, больше не надо. Жарко, рис, кушай. Ну вот это правильно. Не надо. Максимально приближенно к боевым условиям. Давай, говори. Нормально, сейчас спасибо. Хорош, Миша, все хватит. Третий, давайте, третий. Или задувайте. Или пределом. Да куда? Хватит. Ну как, пожар горит, что хватит? Нет, там не осталось. Будет заправлять сами. Вы ближе подходите к очагу пожара, не бойтесь. Понял. Ближе и направляйте прямо туда. Во! Вот так. Дети и женщины спасены. Написано, пожалуйста, что здесь вообще находится, для чего это, какая есть документация и как вообще представляется порядок работы медицинской службы. Система оповещения пожарной безопасности. Правильно, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре типа... Танк. Типа... Танк — это танец. Типа... СО. Это сложный вопрос. Значит, кто служит у вас? Смесмотоавтоматика. Когда проходятся такие виды обслуживания, они осуществляют? По заявкам, если сам случай неисправности, ему сделать заявку диспетчеру, и он решает. Плановое техническое обслуживание. Ежемесячно. Какие на ведутся клиенты документы? Журнал на вахте его закон. Отмечают, можно на том расписываться. Журналы это какие журналы еще есть? Кроме журналов государственного журнала. Журналы сработки на регистрации. Журнал неисправности есть? Журнал исправности. Качественная документация есть. И журналы там. Я про автоматическую пожарную сигнализацию. Как бы хочется. Алла Федоровна. Помогите нам, пожалуйста. Запутались мы в этих красных кнопках. Вы нам расскажете, что это такое. Сейчас. Какие приборы у вас здесь? Приборы, которые срабатывают. У нас 6 приборов. Как прибор называется? Для чего? Прибор, если чтобы узнать, как сработал пожар, например, если начинает. Прибор 6, вот, в настоящий момент, который у нас сейчас работает, 29-й швей. Вот сегодня сработал 930-й, 6-й прибор, 29-й швей. 930-й, 632-я комната. Тихо там сработали. Дальше. Мы сначала... Где вы это увидели? Прямо на приборе? Да, на приборе. Нет, мы берем инструкцию. У нас есть инструкция. Мы повесим, что если 6-й прибор. Соответственно, там какой швей? 29-й, просто мы написали, какие комнаты. То есть, согласно инструкции, вы определили, на каком этаже произошла сработка системы пожарной сигнализации и системы оповещения. Да. Но если тихо. Ваши дальше действия. Ну вот, если вы сейчас работаете, значит, так сегодня. Мы вдвоем. Да. Одна поднимает, тоже срабатывает у нас, МЧС вызывает. Мы говорим, сейчас поднимемся, мы знаем, как, что там сработало. Пожар произошел, или может
там пища какая сгорела у детей. Мы быстренько понимаем, если идти, мы, естественно, смотрим красненький конец, значит, мы его ставим на место, чтобы нормально. И газ. Сбросит. Значит, сбросили. Все, тогда мы прибегаем здесь, нажимаем на единичку, на кнопочку этой чипиком. И потом а если вы поднялись, вот сегодня мы берем пример, 9 этаж, вы реально почувствовали запах дыма, это ночь, да. Что вы будете такой, делать? Да? Ну, естественно, мы поднимаем оперативно, всех. Как вы их поднимаете? Ну, тревогу, 1-0-1, если сегодня как мы. Внутренняя связь. Внутренняя как связь, мы поднимаем, и вот ночной комендант в первую очередь. Он всех быстренько оператор принимает, всем даем ключики, выходы, и по этажам распределяем, кто какой этаж, тогда дети берут. А дальше? Потом оператриат есть... работает, понятно. Угу. ДПД работает, это мы уже тоже разобрались. А ваши действия дальше? Ну, если пожарный, честный, пожарный, встречаем. По какому телефону? 101. 101. 101. А так мы обычно... Дальше. Дальше. Что дальше делать? Ну, вызвали и дальше действия. Ну, все это именно, да, именно ваши действия. Наши действия, ну, что дальше? Надо привести, ну, которая лестница. Вам подсказывали про встречу пожарных спасательных подразделений. Ну, мы должны показать. Как вы будете действовать? Направить на какой этаж или что? Показать лестницу. Ну, например, если с окна там можно зайти. Правильно, ваша задача довести руководителя тушения пожара, который приходит, место пожара и самое главное, как организовано в классе людей, какие есть особенности этого этажа. Если это ночное время, то вы вообще знаете, сколько у вас по этажу находится людей? Ну так. У нас на этаже комнате есть. Сколько же точно я не знаю, но мы, наверное, сколько у нас? 24 блока по 6 человек. А сколько вообще в ночное время людей здесь находится? Ну, все находятся, кстати, конечно. Все? Ну, мы же не считаем, сколько. 1336 мест. Хорошо. Значит, по поводу пожарной автоматики. С вами кто, когда проводил дождь? Ну, нам лично расставили про накопки. Спецмотошек. Обучение с вами проводили? Мы проводили, рассказывали. Да вот он часто появляется, подскажет наивысшее. Если что. Потому что бывают же сработки такие внеплановые, тревожные у нас. Бывает, еда подбирает. Да. Бывает, дети ИПР нажимают. ИПР, и тогда достаем эту крышечку, вытягиваем и ставим на место. Нет, хорошо, спасибо. Вы хорошо нам все ответили, поэтому с вами можно спокойно оставлять общежитие на ночь, все будет в порядке. Но основные вопросы, которые, в принципе, сегодня я хотел бы отразить, да, вы готовились, это видно, потому что, в принципе, и грамотно сработали, и отвечали на вопросы члены ДПД, достаточно хорошо ориентировались. Вы в вопросе пожарной безопасности, знания оборудования. Но один такой вопрос, который немного недоорганизован, это эвакуация людей. По этажам сработали хорошо, но дальше, когда люди вышли уже за пределы здания, ими никто не занимался. Нам это очень важно знать, потому что такой момент, чтобы мы хотя бы могли знать количество соответствия людей, которые находились в здании, количество эвакуированных. Для этого должны быть старшие по этажам, которые должны были построить свои подчиненных. Вести перекличку, чтобы мы просто-напросто в случае пожара могли точно знать количество людей эвакуированы и вообще наличие людей, которые могли теоретически остаться там на горящем этаже в здании для того, чтобы организовать их поиск. Это очень-очень важный момент, который надо ведь не забывать. По работе системы автоматической пожарной сигнализации. То здесь, конечно, вам надо не только новоксеров, но и честно говоря, новоксеров, достаточно хорошо ответить. Вам надо подтянуть этот момент. Что такое автоматическая пожарная сигнализация? Для чего она нужна? Что такое система оповещения, в конце концов, разобраться? И как эти две системы работают? Потому что ваша задача здесь не только знать,
Значит, контролировать это те, которые приходят сюда, новые работники, это, чтобы не получилось, чтобы человек заступил, а с ним никто ни обучение не провел, ни инструктаж не провел, не рассказал им. Все, за сегодня спасибо вам. Я думаю, что мы еще будем встречаться до чемпионата мира. У вас это непонятно, будет они вас проживать не будут, но дело даже не в этом. Дело в том, что я думаю, надо быть все равно готовым. Здесь люди, дети, 1300 человек. Это очень большое количество, и что в этот момент может произойти, то мы можем благодарить. Все, спасибо.